10. Все, 10-20. Так, хороший. Около минуты на счет. Ну, то есть я сделал все, что мог. Просто все, что мог. Половина не нужно. А
очень большая разница бегать назад и бить сзади. Следующий наоборот. Да, пожалуйста. А можно сделать так. До 11 играем в своими, кто первый набрал, тот продолжает это. Сейчас нормально сыграем. Воздух тут у нас прям категорически не хватает. Это не было. А что? Что-то лишнее. Что-то лишнее. Нет, просто. А в прошлый раз я день понял, как он будет. День на день не приходится. Нет, просто мне кажется, на вас стало бы теплее, а тебя просто не мне будет. Я вчера играл в пятницу, это вообще было близко. Я не хватил, не хватил. Сейчас ты без такого, да, вообще? Я не могу играть.
использовать для этого транспортного газа, а это просто нужно. Но вот по этой улице сейчас куча сдается офисов, куча запрекает. То есть мы тоже выходим туда, в эту офис, значит, потом вот там дальше признавать, нет юридических слов, кто это сдает вообще непонятно, то есть какой это просто. Даже на счет не перевести. Что это? А что, будет, если мы просто возьмем сейчас и зайдем? Пицца зовут? Что это? 90-е опять? Не, вообще мне сказали, что 90-е потихоньку возвращаются. Ну да. Вот. Я вчера на Ленинском проспекте приехал к дому книги. Ну просто до дублера подъезжаю, вот который справа до дома технической книги подъезжает. Меня обгоняют, там чуть ли не по газону, Гелендваген, какая-то хрень. Выезжают к центру, там какой-то центр эпиляции прямо рядом. Все они выезжают на этот тротуар. Вот выходят чуваки из Росгвардии. Не, это же сейчас серьезно. Я там куплю еще где-нибудь припарковаться. Это прям вовсю. Вот я там товарищам выхожу, говорю, блин, чуваки, приехали, где они в Сирии, где-то там сгорит, не знаю, там типа сейчас вовсю всех нагибают, типа, говорят, что с ним никто не может работать, они говорят, ну, с товаром, со всем этим, сейчас в Казахстане, точно работают. Вот, то есть, это история такая, типа, они сначала забирают товар, потом говорят, мать вашу, почему, давайте деньги обратно, готов, вот, там, прислали, вот, вообще другое хотели. Дарите нам деньги, да мы сейчас вас порежем. И там реально, там, типа, сейчас цена там, если в Дагестане приехал сюда порезать человека, сейчас 150 тысяч. Это же какой-то вообще трэш начинается. Не-не-не, то есть это прям скоро я чувствую. Мы лично открываем двери. Thank you.
спрашивать. Давай. Ой, блин. Не, нормально. Я просто. Очень хотелось попробовать. Да, ты как едешь?
Бэкхенд пока не пригодился. То есть, значит, ногами ты бегаешь, играешь по открытой стороне. Ну, я фрикас понимаю, но иногда. Когда не видишь, играешь, иногда приходит. У меня так не было пять. Как ход? А я так и научил. У меня там летит там основание. А что мне остается? Я решаю. Thank you.
Thank you.
Как айфон? Там, чтобы одну
кто-то не сидящий, нужно две руки использовать. Они внезапно это рука тоже работает. Еще и большие пальцы. Thank you.
выиграл, правильно? Да, ну да, ты Thank you.
Ну, в таком Макса есть оправдание, это я с ним играл.